29 сентября, день Ефимии. Сегодня почитают память великомученицы Ефимии Всехвальной. Она из семьи христиан. Во время гонений была схвачена. Пытались соблазнить за ее красоту. Подвергли истязаниям, но она осталась невредимой. Бросили к зверям, которые не тронули ее. И лишь после того, как она услышала голос неба, призывающий ее к себе, медведица ранила Ефимию, и она тут же умерла. Одновременно в городе произошло землетрясение, которое разрушило все языческие храмы. Сейчас начинают стричь овец, из шерсти которых делали валенки. Продолжалась заготовка капусты на зиму. Делали это сообща, устраивали капустные вечеринки, собирались в доме знакомых и под песни, шутки, прибаутки, разговоры, занимались заготовками. Квасили и солили капусту с морковью, яблоками, брусникой, клюквой. Приметы. Сухая и теплая погода сегодня предвещает позднюю и мягкую зиму. Смотрели, сколько жира у диких птиц. Чем его больше, тем крепче морозы будут зимой. Если сегодня слышится гром, зима будет бесснежной. Если высоко гуси летят, к высокому весеннему половодью. Низко, к дружному и скорому снегу и к малой вешней воде. Мое обращение к посетителям канала. Поддержите канал, поставьте лайку, дайте какой-нибудь отзыв. Это простые вещи. Я не прошу вас денег. Поддержите меня вот таким вот образом. Это канал не для того, чтобы вас развлекать, а для того, чтобы вам помогать.